Так, а знаете что? Так. Я сейчас сделаю страшную вещь. И просто жду. Видимо, мы заходим. Видимо, да. Как вы поняли? Ну, все начали проходить. А? Как бы полфлота зашло. Да нет, они не могли догадаться. Мы же свободные. Стелька подходит. Отварпывать, если вы собрались отварпывать, только флит варпом, блядь. Если кто-то отварпает, сука, сам отпизжу, блядь. Варпайте, а нас зажопят. Ну, вы медленные, вол. Разгон, ну, становитесь на QX. Становитесь в разгон. Ебатый Армагеддон, обоссать. Это называется «Мне похуй на вас всех», такой же дриковак. Конечно, такое, блядь, трудное, сука, задает, блядь. Заебала эта училка нахуй. Вот туре четко. Правда, меня там сейчас может стелька поймать. Мы тут тебя поддержим. Да понимаешь, как бы все ушли ты... экстрапа. А прям... можно озвучить, что за вами там гонится, кроме мочалки еще? Там вообще за типы, что они бегут, на чем, что у них там? Сол, что за тобой идет? Ну, стелька меня опять это подцепила. Там дроны у вас есть у кого-нибудь, пацаны, нет? Да, я попиливаю дроном ведьмак, но это так, дохлый номер. Ведьмака скиньте джам дронов, если сможете. Угу. ВД-ху в перегрев поставь. У меня АБшный. Ебать ты четкий, блять. За нами погнался ведьмак. А кто мочал, ой, нашу эту армагу убил? Там ее блоб съел или кто? Там, насколько я понимаю, босс был. Что-то такое. Какой босс? Я не знаю. Можете кануть, кто ее убил? Она ж, ёб твою мать, жирная, этому ее нереально убить. Боже, какой же он. Сейчас, секундочку, я ищу. Пока не вижу. А нет, вот нашел. И да, его пост, короче, кроха. Бля. Блин, кони, пожалуйста. Держите. Бля. А как это произошло? Мне вот просто интересно. Слушай, значит, смотри, рассказывай тебе, как это происходит. Ты варпаешь куда-то на Луну, а там внезапно стоит пост. И там такой... Сабра. Только бы не Сабра, думали вы с Васей. А там, понимаешь, там даже Сабра не нужно. Ты просто приварпываешь на пост, и пост тебе говорит. Он вроде не агрессивный. Так стоял, посмотрел на меня. Он дружелюбный, да? Ну да, ты такой, знаешь, добрый сосед. Так, и где-то есть еще Танька и Сабра. Опа, Танька и Сабра бублят на где-то 31. Что-то там. Нормально. По-моему, мое путешествие окончено. Поздравляю, Аньки, ты новый скаут. Да, ты новый скаут, передаю полномочиям. Для меня было честью с вами смотреть, ребят. Бать, вы жесткие, вы еще про Васю что-то мне говорите, блядь. Ребят, давайте как бы... Не запомните меня молодым. Как хорошо бы мне, чтобы были у меня крылья, улетел бы я и щебетал бы всю жизнь.